Звон этого колокольчика Татьяна Николаевна Чащина узнает из тысячи. Вот уже 15 лет с ним встречает и провожает каждый учебный год. В 2003 году колокольчик подарили своему классному руководителю выпускники 11 В. С традиционного звонка началась и юбилейная встреча. 15 лет назад они выпускались из школы мальчишками и девчонками, а сегодня все уже состоялись в жизни. И вечер встречи с любимым педагогом – прекрасный повод вспомнить, о чем мечтали в школьные годы и что из этого сбылось. Я хотела стать художником. Стала помощником прокурора. Все, что было в школе, как бы были какие-то мысли интересные, да, в своей степени. Но я не стала тем, кто я хотела в школе быть. Теперь я кадровик, и мне это нравится. Я теперь люблю увольнять, принимать. Теперь все в моей власти. Анна Ахундова с улыбкой вспоминает, как в школьные годы не любила английский язык, а в итоге оказалась успешной в профессии переводчик. Поэтому будущим выпускникам она желает быть жадным до знаний уже сейчас. Хотела бы сделать пожелание не только нашим выпускникам, а также и школьникам. Не бывает лишних предметов, обязательно учите все. В жизни пригодится не только то, что пригодилось вам в профессии. И желаю вам верить в себя, в свои мечты, в свои силы. Обязательно берите планку повыше. Бывший 11 В почти в полном составе побывал на праздничном концерте. В старом добром актовом зале чествовали юбиляров всех лет. Была возможность еще раз поблагодарить всех учителей, поделиться друг с другом новостями. Самая сильная энергия – это энергия детства. И я желаю вам сегодня зарядиться этой энергией друг от друга на следующие 5 лет. Для многих встречи наверняка не ограничится этим февральским вечером, ведь выпускники приводят за знаниями в 14-ю школу уже своих детей и внуков.